Ребят, всем привет! Это четвертая часть по 1000 киллам. Сегодня у нас будет АВМ. Да. Вы простите, конечно, то, что у меня уже 1000, просто я случайно 1 килл сделал. Ну, на 1 килл больше. Ладно. Пойдем в командный бой, как всегда. И, кстати, напомню, если кто-то не смотрел прошлое видео, то я там говорил, что как только на нем набирается 5 лайков, я делаю стрим по Standoff 2. Ну а пока что просто смотрим, сколько мы сделаем киллов на ВМ. На моем пути встречалось много разных лиц. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, один, два, и три люди. Одни готовы рвать, и так не прости. Идут по головам, не жалея ногтей. Чёрта ожидает, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей, другие никогда не оставят беде. Стоишь еще за совесть и уперты за честь. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. В темноте пала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный покой? Ведь этот вроде бы собрал, но покаялся прям след. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Наплевал на всех, а поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пускай в глазах пыль. Другими всем казаться подбирать плотней. После новый творят, что крыша в огне. И есть два типа людей. Другие никогда не поставят друзей. Не скажут за себя, не утушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними его нет. Готов наверняка. Станет тут миг, когда ты останешься здесь совершенно один. Все, на кого ронялся, набили кошельки. И вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути. Чтобы за своим стоять, уже и нет больше веских причин. Запомни, готовив прям тебе до конца верить. Берутся помогать, не замечая потерь. Их совесть чиста, как слеза матери. Два типа люди. Они могут прощать даже самых зверей. Все эти пушевицы не упустят момент. Внутри не разорвись, между ними юнец. И ей два типа люди. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. И чёрт оправдает, лишь бы оседлать цели. Так. 31 килл на 35 смерти. Ну, в принципе, нормально. Причем, что я сегодня на ВМ, то есть первый раз играю, сразу на ролик записываю. Так, ладно, выходим. Так, смотрим, сколько у нас киллов. 1030. Так, давайте тогда кейсик откроем. Вот какой мы кейс еще не открывали? Скорпион. Давайте Скорпион откроем. Может, что-нибудь выпадет прикольное. Ну, в принципе, камонка, you speak line, как всегда. Ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.